Меня в последнее время такое чувство любви захватывает. Не только к моему мужу, которому я по 150 раз на дню признаюсь любви. Не только к моему дому, в котором я живу, или к жизни, в которой живу. Вообще ко всему, ко всей вселенной. Иногда, знаете, это чувство такое сильное, что хочется куда-то его направить, в какое-то русло. Я решила в эти моменты, когда охватывает чувство именно вот любви ко всему сущему, брать и что-то делать творческое, вязать, например, или вышивать. И вот таким образом я вышила закладочку по дизайну Майкла Паула. Я вспомнила, что когда-то, мы тогда жили с мужем в Праге, в Чехии, меня подобное чувство охватывало, но это было чувство, я бы даже сказала, страсть, наверное, путешествия. Мне казалось, что это так кайфово путешествовать, и мне хотелось поделиться этим чувством, со всеми. И я брала просто, мы тогда часто на поездах по Чехии путешествовали, по Европе, в поездах вязала салфетки и потом их разыгрывала на своем сайте. И три девушки выиграли эти салфетки, они были так счастливы. И вот я вспомнила об этом и решила, что раз сейчас меня тоже такое чувство преследует, хотя преследует, как преследует, да? Это же классно, когда ты испытываешь любовь. Безусловную любовь, тебе не нужно, чтобы с тобой происходило что-то хорошее, чтобы ее чувствовать. Ты просто просыпаешься и кайфуешь от того, что ты проснулся. Ты делаешь что-то обыденное, и тебе хорошо. И вот я вышивала эту закладку, мне все время было хорошо, поэтому я предлагаю вам поучаствовать в ее розыгрыше. Только давайте так договоримся. Если вы, в принципе, любите такие вещи, handmade, если вы будете пользоваться этой закладкой, тогда принимайте участие. То есть мне не хочется, чтобы она пылилась, там валялась или ненужная какой-то была. Хочется, чтобы вы радовались, когда достаете какую-то новую книгу, кладете эту закладку. Я же много вышивала закладок по дизайну Майкла Паула. Это мой любимый дизайнер. Я понимаю, что не все смотрят мои видео про вышивку, поэтому я тут повторюсь, я обожаю его. Мужу я уже три закладки вышила и на подарки вышивала закладки. Вот сейчас такую для вас. Я ее поближе еще сейчас сфотографирую, ставлю фотографии. Просто в комментариях напишите, что хотите от меня эту закладочку получить. Напишите о себе, если есть какие-то ссылки на ваши сайты, на ваши видео, в аккаунт в Инстаграм, может быть. Давайте знакомиться таким образом. Потому что мне иногда пишут: «Оля, смотрю твои видео уже 2 года, ну вот никогда тебе комментариев не писала». А спрашивается, почему не писали. Пишите, давайте знакомиться. Как вы познакомились с моими видео, какие вам больше видео нравятся, напишите, если хотите. Может быть, какие-то пожелания есть ко мне или к моим видео. Давайте, буду ждать ваших комментариев. Ну, давайте до 7 июля, вот сколько тут дней, почти неделька у вас есть. То есть все 7 июля еще можно участвовать, а 8 подведу итоги рандомом, выберу один комментарий, кто-то счастливчик получит от меня закладочку. Отправлю, в принципе, в любую страну отправлю, так что участвуйте, она тут немного весит, что там отправить-то ее. Все, мои дорогие, жду ваших комментариев, очень вас люблю. До новых встреч!